Кто здесь воздвиг собор без чертежа, бесценной формы, без ее границ, когда в вечерней слепоте чернильной не спадает глубокая вода на темные высокие дома, и свет идет на ощупь, как слепой, от фонаря до угольных стволов, до тех штрихов, оставшихся от век. На вертикали все положен слой тяжелой краски, газовая сажа, и мокрые сияющие блики дрожат и суетятся, льется дождь, растет собор, и в сводах напряженных пульсирует готическая мощь. Увы, Тато, мы больше не в Канзасе. Здесь, в царстве ядовитых испарений, люминесцентных ягод и грибов, вообще никто бы выдать нам не смог на бланке гарантийное письмо. Друзья мои, ваш мир — веганский ясень, устойчив дом под кропотливой сенью. Я говорю, все будет хорошо. Увы, Тато, тот мир на дно ушел, а здесь разнообразные невзгоды претерпевает ясень от дроссель. Уничтожает корни змеиных хёк и мокнет ствол, и ест одельма кушек. Отец наш хаос, блеск твоих структур, твои флуоресцентные гнилушки, все падает и все стоит на месте, как оттиск на листе шершавом рыхлом, как свет витрины в западном Берлине, как желтый свитер, вязанный на вырост. Казалось бы, не очень хорошо, но в то же время очень хорошо. Представь, Тато, что даже тот, кто нанял от ангела агента отличить, уже не может. Значит, и за нами не бьется нить. И этот лабиринт непроходим, непознаваем, значит. Как ты и я, как небо и земля. Такая песня, без фальши, все как есть. Пирует змей, скрипит великий ясень. Но теплый хлеб нам тем и сладок есть. И вот тебе, Тато, благая весть. Возрадуйся, мы больше не в Канзасе.